Чего? Тихо, руку не тянь. Ребята, вы что делаете? Столица при Ангарии сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке спецназа ГРОМ пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконном распространении наркотического средства гашиш. Установлено, что 62-летний ранее неоднократно судимый мужчина, создавший фонд помощи освободившимся из мест лишения свободы, приобретал у своего знакомого наркотики растительного происхождения. Затем злоумышленник находил потенциальных покупателей через интернет и, договорившись о сделке, передавал запрещенные вещества у себя в квартире либо на территории, прилегающей к дому. Следователи предполагают, что в отсутствие мужа его 49-летняя супруга, инструктор одного из спортивных заведений Иркутска, осуществляла незаконную продажу гашиша. С чем связано? Приехали какие-то наркотики, хотели найти у меня в квартире. Взломали двери. А вообще вы никогда никакого отношения к наркотикам не имели? Ну почему я курю? Я с детства вообще курю. А что употребляете? Каннабис или как он называется правильно?